Доброе утро! Зима – это идеальное время для активного отдыха. И сегодня мы с командой редакции «Утро Лайф» решили попробовать один из видов горнолыжного спорта – лыжи. Ну что, поехали! Лыжный спорт станет не только оптимальным вариантом для поднятия вашего самочувствия, но и принесет в вашу повседневную жизнь бурю положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И произойдет это сразу, как только у вас получится съехать с первого склона. Но не стоит торопиться. Для начала вам надо освоить некоторые умения, присущие данному виду спорта. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно научиться кататься на горнолыжных лыжах. Кирилл Алексеевич является участником и призером многих соревнований. Именно сегодня он даст нам дельные советы начинающим лыжникам. Мы должны вначале подойти подход именно к одежде. Это первое, что вы должны для себя решить. У вас отличная одежда, которая правильная, водоотталкивающая, с мембраной, которая будет вам только предоставлять удовольствие. Ваше тело не будет потеть и будет выводить правильно влагу. Это очень здорово. Так, ну теперь сами лыжи. Пожалуйста, может стегиваться. Здесь у вас получается, вы стоите таким образом. Вот поставили лыжи параллельно склону. И тут есть такой момент. Поднимаете ботинок, обиваете его через колено, да. Можно вот так вот, через перед. Так, вы когда оббили снег, вставляете носок и через правое плечо смотрите на пятку, чтобы она у вас была ровной, и фиксируете лыжи. Сейчас сделаем первые основные движения. Это такие боковые подъемы приставные, чтобы почувствовать длину лыж, чтобы у вас лыжи были параллельны друг другу. Для того, чтобы научиться кататься на горных лыжах, вам необходим инструктор и, конечно же, пологий склон. После того, как вы застегнете крепление, вы должны прочувствовать движение лыжных ботинок. Они специально сделаны так, чтобы не дать вам упасть. Существует два значительных повода, чтобы заниматься этим видом спорта. Первое – оздоровительное. Во время тренировок тело совершает огромную физическую работу, что благоприятно сказывается на состоянии здоровья. Второе – это воспитательное. Занимаясь лыжным спортом, человек воспитывает и совершенствует в себе много важных навыков. Например, выносливость, ловкость, силу и выдержку. Кусок пиццы. Очень такое смешное, забавное название. И тут смотрите, здесь такая техника. Вот, допустим, вам нужно повернуть налево, вы переносите вес тела на правую ногу, на внутреннюю часть конта лыжи. Отсюда, да, вы раз, поворачиваете. Потом здесь нужно сюда, вы давите на левую ногу, поворачиваете в правую сторону. Да, вы, допустим, едете, разгоняетесь, и случается какая-то ситуация, которую вы не контролируете на лыжах, и у вас происходит падение. Это из-за нарушения баланса, либо какого-то сложного рельефа, не из-за такой неопытности. Техника у вас должна быть. Вот вы стоите прямо, давите на носки ботинок, коленочки чуть согнуты, корпус ровно, руки должны быть здесь всегда, и в случае падения вы падаете всегда на бок. Вот таким образом. У вас есть рука, точка опоры. Вы сюда ставите ее как можно ближе к туловищу. Получается, нижнюю ногу подносите поближе к себе, тем самым толкаясь рукой, переносите вес тела, упираясь палочкой и встаете. Несмотря на плюсовую температуру в городе, в горах морозно и много снега, приезжайте кататься. Будьте в тонусе вместе с редакцией «Утро Лайф». И всем до скорых встреч!